Эхэхэй, всем привет! Всем привет! Привет-привет! В общем, что я могу сказать? Так, что-то случилось. Все нормально. Продолжаем. В общем, я решил, что мы продолжим отсюда. И пойдем дальше. Кстати, куда он ведет вообще? Ну то есть он в любом случае в этот замок ведет. Кстати, что тут внизу? Надо будет потом поизучать. Поставим пометочек. Погнали посмотрим. Вот что такое? Кто где? Что за хрень? Пускай, конечно, спамят. Так, здесь есть что? Да здесь так. Тупичок. Хрень какая-то. Ага. Добрались до утраченной благодати. Как она хоть называется? Главные ворота поместья Карии. Ой, после 4К телевизора играть в Full HD на телевизоре большом вообще прям глаза разбегаются. Ага, понятно. Так, я не знаю, что ты такое, кто ты такое. Давай, иди сюда. Сказал, что она жирная. О, кузнечный камень мрака 2. Так, я вижу там что-то. Вижу еще одну руку. Ага. Я думал, стапаться будет. Кузнечный камень мрака 2. Короче, если нужны камушки, можно здесь нафармить, по ходу дела. Эти руки могут быть где угодно, получается. Так, лошадь призвать не могу, да? Я же нажал блок-то. Да сдохни ты уже. Короче, я тут подумал, что мне нужно еще одно оружие себе, у которого будет более быстрая атака. Вот. И
задумался, что мне себе выбрать. Никого здесь нету. Справочник мастера блестящих камней. Что же интересно он мне добавил? Хороший вопрос. В общем и целом. И решил остановиться пока на катанах. Они наносят кровотечение. Вот, к которому я привык. И по мне так кажется, что... Блестящий светлячок. По мне так кажется, это лучшая идея. По той причине, что все-таки крит урон он снимает нормально. То есть что с боссов, что с мобов, без разницы. Вот. Так, подхелимся. Я вот думаю, надо найти две катаны и попробовать побегать с двумя катанами. Типа, что мне мешает? Кристальное жало. Сейчас куда-нибудь сюда отойдем. Здесь никто вроде не упадет. Посмотрим, что за кристальное жало. Инвентарь. Кристальное жало. Ага, мудрости 27. Пронзите противника магическим двуручником. Кстати, он не особо много требует. То есть там, по-моему, 19, что ли? Ока. Баклер. Соединяем гребнем. Так. Ага. Нет навыка. Кстати. А можно ли снять башенного щита поместья его вот эту сраную атаку, вот эту? О, надо будет тоже этим вопросом озадачиться. Ох, напугал, блин. Я ж даже чуть-чуть напугался, думаю, что это за хрень торчит. Я не помню, то ли он падает откуда-то, или то он в земле так подрывается. В любом случае, мне столько кузнечных камней мрака 2 вообще нахрен не надо. Но пусть будут. Полезными, ну, лишними точно не будут. Ага. Зашибись. Да куда? Зашибись, меня еще и убили.
Просто вот с первого момента он просто отпрыгнул от моей атаки. Че, руку поднял. Руку поднял. Ладошку поднял. Во. Что это уж точно не рука. С них что, по одноразово выпадают, что ли, эти камни? Мне просто везло, что с каждого. Да куда? Вот скорости не хватает. Даже вот на этом NPC, блин. На этом мобе видно, что мне просто тупо не хватает. Нифига себе, я тут пропустил. Не, походу по одноразовые были. Что-то смотрю уже. Того, которого я убивал, уже с него не выпадает ни хрена. Так, где мои души-то? Где-то здесь же их оставил. Ага. Зашибись. Фу. Да в смысле? Что вы такие жесткие? Так, где моя душа? Душенька моя. Так. Думал, что я тебя не слышу, да? Так, где там говно? Понял. Теперь я понял, что это за магия. Даже у этой руки, блин, больше скорость, чем у меня. Так. Еще какой-то вход. Ага. Давайте все-таки еще вперед пройдем. Впереди пальца. Хотя бы мелочь могу убить. Так. One moment. Я где-то здесь. Ага. Вон она, вижу.
Ну, мелочь не страшна. А вот большие, конечно. Блестящий светлячок. Блин, надо найти второй костер уже. Туда отпорталиться. Ну, туда к круглому столу. А почему, кстати, к этому? К старичку не отпорталиться. У вас тут что, бесконечность, что ли? Блин, честно, я уже... Блин. Я уж тут немного потерялся, блин. Куда иду, я уже сам не понимаю. Ага. О, повезло. Понятно. Все ясно, понятно. Доступно. Нового вопросов. Какие могут быть вопросы? А вот такие. Я же хотел... Сейчас попробуем. Я не могу. У меня пушку пока замахивается, тот по мне уже дамажит. Это неправильно. Так. Для начала... Выберем ее. Сбиватель. И тигатана. 115 дамаг. Не, купить, усилить. Ага. Сначала надо что-нибудь продать. Так, ну, пускай будет вот эти парочку. Не знаю, хватит. Усилить. 620, понятно. Something. Усилить катану. Кузнечный камень 3. Ну, насколько я усилил? Плюс 8, 168 атака, 63. Ну, пускай будет. Попробуем с катаной. Надеюсь, это будет поэффектней. Так, пойдемте налево тогда.
Так, мне бы еще бы одну для теста. Значит. Значит, сильной атакой тоже убить нельзя. Да чтоб тебе. Так, ну надо тогда придумать, где мне найти кузнечный камень 3. Слышу звон и вижу, где он. О, коридор он прошел. И она побыстрее. Но она не стапает. В принципе, бог с ним, не стапает и не стапает. Буду там, где этих рук нету, использовать тогда. Да хорош, иди уже. Использовать большую волыну. А там, где руки будут, вот доставать катану. В смысле? Через щит перепрыгнул, что ли? Так, вижу первый вход. А дальше посмотреть, что тут есть. Понятно, что ничего нету. А, погнали в здание. Я так понял, я по кругу прошел. Ну да. И ни хрена там больше не было, вроде бы. Глоточек водички. Это кузнечный камень 4. А кстати, сколько у меня вообще этих камней? Так, а этих мне надо 6, да? Этих получается 2 плюс 4, 6, 12. Понятно. В общем, мне надо до хрена камней и где-то придумать, где их можно нафармить. Так, восстановимся.
Здесь, я подозреваю, этих рук не будет. О, что это? О, рука. Болты выпадают. О, чувак, здорово. Ага. В общем, ловушки, тут эти мини-мечи. Я просто увидел, думаю, меч какой-то торчит. Думаю, что за хрень, глюк, что ли? Чтобы победиться, по-любому где-то здесь меч будет еще один. Опа. Ну давайте туда сбегаем. Что у нас тут? Еще какой-то проход. Посмотрим, что внизу. Что-то. Меч ночи и пламени. Как он хоть выглядит-то? Я, походу, не вижу. А, во. Фига себе, магия, огонь, физический урон. Если бы сила и ловкость не была бы Е, то вполне бы, может быть, можно было бы где-нибудь использовать. Он весит 4 килограмма, то есть он явно очень легкий. Так, ладно, понятно. Не то. Обознался. Это тут где дверь была. О, это место. Понятно. Там вроде было еще куда прыгнуть. Давайте посмотрим, что там. Что же там меня ждет. Так, а где я? Значит, мне надо в ту сторону, да? Да. Погнали по здесь, по дороге. А ты сюда не зайдешь. Или зайдешь. Не зайдешь. Ха-ха-ха. Так, ты я ходил куда? По прямой. Так, я обошел. Налево я пошел. Все. Пойдем налево сходим.
микрофон поправить. Извиняюсь за звуки от микрофона. Он у меня вместе вкупе с наушниками. Ой, вот он, я видел его. Он прям подлетел, этот меч. Логическая дуга. Ну что-то я смотрю, я к тупику пришел. Давайте порталимся, быстрее будет. Чем он бегать туда-сюда? Так. Ну, мы уже запомнили, один здесь появляется. Вот он, мечуга стоит, вот он. Ладно. Соответственно, я к нему подхожу, он подлетает такой. Опа. А потом выстрел. Хитрые жуки. Я прям так и знал, что сзади кто-то захочет напасть. Больше никого. Вот он, еще один меч. Так. Так. Надо дойти до какого-нибудь костра, я думаю, для первой записи на моем супермощном ноутбуке будет достаточно. О, лифт. По крайней мере, протестирую, послушаю, как меня слышно, надеюсь, слышно игру. Попробую что-нибудь убавить и уже следующую запись как раз вовремя благодать. Следующую запись буду делать уже с настройками, со всеми возможными. Так что подписывайтесь на канал YouTube, подписывайтесь на канал Трова. Ссылка на Трова будет в описании. Ставьте лайки. Всем удачи. Пока-пока.